Экс-сотрудники кардиологического центра Алматы обвиняют новое руководство в оказании давления. По словам медработников, с момента прихода главврача работы лишились свыше 300 человек. И ушли они якобы не по собственному желанию, хотя написали заявление, но сделать это их вынудили, жалуются бывшие сотрудники кардиоцентра. В проблеме разбиралась Анара Нуртазина. Увольнения в кардиологическом центре Алматы начались год назад после смены руководства. Со временем сокращения приобрели массовый характер, жалуются теперь уже экс-медработники. По их словам, свои рабочие места покинули свыше 300 человек. С момента смены главврача к концу прошлого года было уволено 150 человек. Сегодня уже эта цифра превысила 300. Сама я проработала в должности старшей медсестры 30 лет. Меня вынудили уйти. Сначала меня попросили без каких-либо объяснений сдать всю свою работу медсестры, а затем начались понижения в должности. Когда я уже дошла до низов, я решила уволиться. В аналогичной ситуации оказались не только медсестры, но и врачи, санитары и бухгалтеры. Рая Амирсиитова на любимой работе продолжала трудиться даже после выхода на пенсию. Говорит, у прежнего руководства не было замечаний и претензий. 30 июня 2023 года Ростов-Тоналиву назначили к нам. И буквально через 10 дней она меня сняла за то, что я пенсионерка. Но она ведь тоже пенсионерка. Также я услышала, что она трактует, что предприятие убыточное. Предприятие убыточное было только в 2021 году на 172 миллиона за счет того, что были дорогостоящие операции. Она не руководствуется ни законами, ни постановлением. Не понравились, уходи. Руководство же кардиологического центра массовое увольнение работников отрицает. По словам директора, по собственному желанию в конце прошлого года уволились порядка 27 человек и ушли по разным причинам. Эти же люди увольняются не потому, что они увольняются, что я работаю. Они же увольняются по своим причинам. Кто-то на пенсию уходит, кто-то увольняется, потому что нашел другую работу, кто-то увольняется, потому что замуж вышел, меняет место жительства, кто-то на учебу уезжает. Разные ситуации есть. Но в тот период ушло 25-27 человек. Потерявшие рабочие места медработники надеются, что их крик будет услышан. Они уверяют, из-за увольнений без оснований перенесли сильный стресс. Анара Нуртазина, Канат Кигизбаев, Игорь Волох, Астана Таймс, Алматы.